we blaze these numbers. Вот, ну вот у нас на миллион голды турик, вот на миллион голды проспонсировал у нас на миллион голды турник. Ну что, заоткрылись ворота, участники вышли, САП получает вовремя и ответный урон от Тексиэля. Стан, тринкет стану со стороны Варлока, так вот, кое-то щипок, это Робер возвращается в ближний бой, Варлок снова разрывает дистанцию, но Робер догоняет чернокнижника, демпинг растет, демпинг 13%, Тексиэль уже менее чем на половине столба, портает своего противника Кобря, нет, не портает, потому что Робер поджал под это дело, поджал под это дело Клоп, после этого седак получает Тексиэль, шаду в фильм под Варлока и инсинерейт прокастовывает чернокнижник, пропает 4, Варлок разрывает дистанцию с рекордом. Ой. Блять, я. Не было ни Лёшка, ни Анж сегодня, ни Метрулька даже не участвует. Это фулы? Наши чемпионы Лёшка и Анж не участвуют. Так, пошел контакт, призывает волков. Шаман, пожалуйста, Мозера, поделайте кто-нибудь ставочку. Джангар, поделай, пожалуйста, ставочку. Стан по контакт вблизи. Они сейчас в бою откатываются, камни, ты не знаешь, это сделали в ТВВ. Камни теперь в бою откатываются. Так, он видит костым. Уже не очень хорошо. Вокруг пилара манзит, собственно, лок под брустами, то есть Инфернал, по сути, и является брустами Дестроварлока. Ну да. Седакт по Хиро, вовремя выходит на линию, как особо Малейт, Шадоу Фури не попадает на шамана, каким-то мистическим образом Кобри лосает, точнее лосает, мисает. Шадоу Фури, стан по Кобри, тринкет стана, минус 40 действует на Варлока, Койл по Хиро, Хаос Болт выбрасывает чернокнижник, рядом еще один каст Хаос Болта, Хиро под щитком, под минус 60% входящего дэмэджа, пытается все эти брусты Варлока пережить, а Сэндос от шамана сейчас будет мощный ответный урон, Седак тринкуется Энфом, и Кобри портается за пилар, шаман бежит за колонну. Сейчас Варлоку нужно улепетывать, просто куда глаза глядят, продолжает, и вот сейчас гаснет Эссенденс. Урон шамана все равно очень высокий, активирован Бладласт. Я, блядь, пизда. Дум Винс, мало здоровья у Кобри, лассо короткое, тринкет, в тот раз был не тринкет, точнее в этот раз тремор Седакта, нету здоровья у Кобри. Варлок портается за колонну. А чё не восполняются осколки? Видели баг? Найс баг, да? Найс баг, найс баг. Найс баг, найс баг. Джи-джи. Череда убийств. И все-таки Кобри начинает бурстить. Кобри призывается портал, Седак, Блайнд. И все-таки уходит Крым. Уходит Крым, но он горит. Но он еще не тратил плащ тени.
поэтому у Крыма еще все хорошо. А вот у Кобры еще не остался только минус 40. Уже нажимается сейчас. Сейчас нажимается. Блять, не проходит. Блять. Крыма. И уже прожимает кровохаута. Сбивается даже. Отдохнуть охота, не могу все. Открытие ворот, Редрик против Чернокнижника. Открылись врата, участники вышли на арену. Варлок ставит портал, врата, Ходжфилд, Ринкет, Седак, по В, после этого и Малейт прокастовывает Варлок, и Клопит, вместе с ним Инфернал падает с неба, Хаусбол, выбрасывает Чернокнижник, щитом пробивается в ту же секунду, Файнал Рекенинг Койл, Ринкет, Кайла, попытка скостить Фир, минус 10% входящего уровня, на половину щитов использует Фир, Варлок, минус 40 пока что не нажимает, пытается отпуск противника от себя, не попадает порталом Фир по ХВ и Хаусбол от Кобри, ХВ заходит за колонну и используют Лео Фен. Да, Келаром выполняет фулл столб, после этого Ходжфилд по Кобре ХВ прокасовывает миссы по своему оппоненту. Дэнкин 15% Варлок портается за колонну, ХВ также уходит за свой... Бабл? Йоу! Питомец напрягают ХВ, Седак тут же тринкует, Седак их так идентифицируется, баблится Седак, мало здоровья у Кобре, Кобре съедает камень на ХП. И фулфир по ХВ, у Кобре меньше половины столба, у Кобре уже нету никаких особых сейвов, есть только койл, который он использует прямо сейчас, портается Варлок Кобре, попытка была подкинуться бинтами, не получилось, не увенчало с успехом, паладин, кстати, играет с антимагическим копом, и почему-то пишет, что лейвхенд у него есть, но лейвхенда нет, мы видели, как он его использовал. Бабл также на КД, в Engine Show откатился у ХВ, то есть у Варлока очень мало здоровья, и как камбэкать из этой ситуации, я лично не знаю, чем-то мне напоминает Варлок Армса, да и Фурика тоже, если ХП потерял много, потом уже его не восполнишь. Ну на Армса это очень похоже. Шадоу Фурик. Блять, все, пизда, я не успел порт нажать. Он начинает сокращать разницу в здоровье Ходж по Кобре, заезд от ХВ в ближнем бою, но щиток принимает дэмэдж на себя, сразу после стана Варлок портается за пилар. Очень, ребята, мало здоровья у Кобре, у ХВ также всего пол столба, и все-таки Варлок доживает до камня. Доживает до камня на ХП Койл, также Седак по ХВ и Малейт прокастовывает Кобре, после этого Фулфир и Солфайр. Редрик выжимает антимагический опыт, его последний сейф. Кобре пытается лосать, пытается уйти от противника. Паладин подхиливает себя, Сукуба где-то крутится под ногами у Паладина, мешает ему атаковать Чернокнижника, Дэмпинг 25% на четверть уменьшен весь входящий отхил. Лок подхиливает своего пэта, то есть участники разошлись по разные стороны колонны. В принципе, ситуация для Кобры становится получше, да, то есть он подхиливается первой помощью, Паладин сотрясает Седак, в который Варлок даже ничего, в общем-то, и не пытался вроде как скасить. Инфернал падает с неба. Это бурский вестролок, Койл по ХВ, то есть внезапно инициатива переходит к Варлоку. Венжен Шилд, стан и Хаусбол выбрасывает Кобре, Ходж по Кобре, но ХВ на очень низком ХП падает щиток. Да, похоже, что Варлок все-таки при помощи бинтов, я вот забыл про то, что у них камни здоровья теперь в бою откатываются. То есть нет, нельзя сравнить с Армсом. Это нельзя сравнить с Армсом, Варлок может хилиться камнями здоровья очень. Второй камень сюда. Седак. Он сейчас пойдет пушить. Нет? Итак, открылись нет. Ворота, участники вышли на арену. Кобрекс против... Нет, фак. Кобрекс против Вилмена. Ставятся врата портал, саб по Кобрексу, заезд от Джангара, тут же тринкуется первый стан, падает Инфернал с неба, оглушает Монаха, также Койл, тринкет всего этого добра, Джангар бежит в ближний бой, прессует Кобре, Кобре разрывает дистанцию своими динамическими вратами, Седак по Вилмену, также и Малей, после этого Хеосболт выбрасывает Кобре Шадоу Фури сверху, огромный урон с Хаусболта. Джангар на почти половине ХП, снова контакт вблизи, демпинг 14-20. Ну вот это вот начинается, портальчики. Его Кобре, тактика. Даже будет пассивно удачить много урона, за колонной этот демедж не эвейдится, но тем не менее Джангар снова подхиливает себя, пробует пэты, маленький Инфернал, большой Инфернал Сукуба, бегает за дуэльным челом, кулаки от Джангара, после этого Журавль, замедление по Кобре и Фурфир прокастовывает Кобре. Также еще один хир по Монаху. Прехарма перед Кайлом и Малей от Кобре и Конфларгиль. Джангар уходит за колонной. Прехарма была раньше, чем перед Кайлом.
почти, ну короче, ладно. В общем, стан фул по кобре заезд от Джангара, щиток используют Мон. И, соответственно, точнее, Мон, Варвар, конечно, соответственно, лосает свободный Джангар. Снова выходит на линию Монах, продолжает потихоньку терять хп. Седак по Биомену, Хаусболт, Сап получает кобре. Джангар уходит за колонну, сложная будет для обоих ее участников. Джангар на супер лоу хп. Ну, не на супер лоу хп, скорее то, что у него сейвов нет. Сейвов никаких не остается. Продолжается бой Монаха и Варлока. Кобри выполняет все... Ой, сюда, сюда! Сюда, просто сюда! Давайте наблюдать, что происходит, соответственно. Кобри ставит портал. Чао будет вызывает элементали земли. Правда, пофикшенного, не того, который был во время шпионца. Кобри получает руты. Кастуется портал от Кобри. Пытается скастовать огонь, но получает стан. На стан отвечает Кобри пактом. Дается инфернал. Кастуется шток в надежде поймать что-то серьезное. Все-таки Чаудуди просаживается по хп. Седак по Чаудуди. Вол и заканчивается пакту Кобри. Сейчас, возможно, будет больно, если Чаудуди дойдет до Кобри. Ага, рыты. Нужно подходить и долбить Кобри. Кобри портуется, Кобри уходит от всего вот этого волчьего гнева. Чаудуди словно БМ охотник призвал волков, которые уже кончились. Ё-моё, блядь, что это за урон? Что это за урон? Эти Кобри съел камень, как я понял. Бля, нахуй нажал селект. Ошибка, пиздец, ошибка. Пиздец, паника началась, все. Блять, ошибка. Проблемы со здоровьем. Как Кобри будет выбираться из этой ситуации? Кобри портуется. Кобри стоп, потому что ну успеет ли он отбежать? Успеет ли он отбежать от Чаудуди, пока неизвестно. Походу для Кобри это все. Но бинты его вряд ли спасут. Бля. Чаудуди на фул хп. Всегда.